повезло, потому что я вернусь искусство домосцена, я прошла обучение, как говорится, и в теории, и в практике. Мне было лет 17, да. Первое, кого я узнала из домосцена, это был организм. А потом, благодаря организму, благодаря в то время известному компьютерному клубу «Вирус», я умудрилась познакомиться с ТМК, с паяльником и со всей остальной дзержинской тусовкой. А в то время в институте мы проходили субкультуру и нечаянно была затронута, соответственно, не совсем уж демосценерская, а все, что связано с компьютером и прочее-прочее. Замучила бедного организма, чтобы он мне про все везде рассказал. Ну, а потом все это было представлено в институте. На меня посмотрели, конечно, и очень удивились, сказали, что девочка, вам бы лучше писать, конечно, там о какой-нибудь традиционной культуре и прочей гадости. А так вообще насчет самого Дихалта, это был 2006 год, меня попросили нарисовать флаг Майкрософта. Давай, Жень, все, снимаем. Ну... Попросили. Когда я так удивленно спросила, зачем вам все это надо, и они сказали, что они будут его сжигать. Вот я очень сожалею, что меня в тот момент не было рядом с ними. Я не посмотрела, как мое творение горело. Да здравствуй, Гургенц! Да не видно его там, не видно. Ну да, именно так я и познакомилась с Дихалтом в 2006 году. В 2007 году я не смогла приехать, я лежала в больнице, но было не страшно, потому что окончание Дихалта я застала у себя дома, все дружно поехали отмечать ко мне. И потом, да, 2008-2009 год, это было замечательное время в Орджоникидзе. Там... Я как раз со всеми познакомилась. А потом, в 2009 году, Дихалт стал плавненько затихать. И Кипер предложил все это дело организовать на природе. А я в то время писала как раз о проведении разных мероприятий, концертов, опен-эйров, фестивалей. И так получилось, что, взяв за разработку проект Дихалта именно в формате open-air, я защитила одну из своих первых творческих работ. 2011 стал просто таким знаковым Дихалтом, когда собрались все и даже больше. Это один из самых лучших для меня моментов. С 2010 по 2016 это самый удачный Дихалт. Сметанка! Ой, так что была сметана, что ли? А что, можно да. Вмазаться? Да. Там есть все, короче. А там что? Лимон и сметан, да. Или нет? Я говорю, да, короче, варится, там два чана, короче. Ко мне обратились насчет того, почему именно так подписана работа. То есть откуда я выбрал такой ник? Почему именно ник Лояна? Я уж думала, 10 лет я со всеми общаюсь, до 2006 года все меня знают, и до сих пор продолжаются такие вопросы. Что за ник Лоян? Я думала, что давно всем известно, что мое полное имя, фамилия, отчество звучит как Лоян Ксения Сергеевна. То есть все, с кем я общаюсь, не только по демосцене, но и в других областях, знают меня исключительно по фамилии Лоян.